17 марта 2018 года, час 27 минут. Футбол, чемпионат мира 2018. Президент FIFA Джанни Инфантино прокомментировал решение использовать систему видеопомощи арбитрам VAR на матчах чемпионата мира 2018 года, который летом пройдет в России. «Мы хотели предоставить инструменты судьям, чтобы им было легче принимать правильные решения, особенно это важно на чемпионате мира. Невозможно, чтобы в 2018 году каждый в своей гостиной через несколько секунд после игрового эпизода знал, была ли допущена ошибка, а рефери – нет. Сначала я был настроен скептически, но не пытаясь изменить что-то, вы не можете знать, стоит это того или нет». Без VAR судья в среднем допускает одну важную ошибку в трех матчах. Наши тесты показали, что с использованием системы видеоповтор важная ошибка допускается один раз в 19 матчах, приводит слова Инфантино BBC. FIFA официально одобрила использование системы VAR на матчах ЧМ 2018. Источник BBC сообщить об ошибке комментарии.